В Ивано-Франковской области ранили двух спецназовцев. ЧП произошло в поселке Краховцы. По предварительным данным, между двумя компаниями вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Во время разборок один из участников конфликта достал оружие и выстрелил в оппонентов. Двое мужчин получили ранения. Оказалось, что это бойцы спецроты нацполиции. Их доставили в областную больницу. Злоумышленник сбежал. Как сообщают местные СМИ, несколько часов назад стрелка задержали.